Здравствуй, Николаша. Какими судьбами, Ольга Федоровна? Не ожидал? Что? Что случилось? Да, в общем, у нас ничего особенного. Все, что могло случиться со мной, уже давно случилось. А то, что происходит у вас с Еленой, тебе, я думаю, лучше знать. Жара. Прошу. Спасибо. А почему они у тебя выходят все одинаковые, Николаш? Удачный вариант. Ну и где же он потом будет стоять? Не помню, под клином. Нет, кажется, под Тверью. Минуточку. Вот, Туапсе Братская. У горы Индюк. Ну и названец. Ты мне прости, Николаш, но... По-моему, есть вещи, к которым нельзя относиться вот так. Деловито. Ольга Федоровна, миленькая. Давайте-ка по делу. Вам что-нибудь нужно? Да мне ничего не нужно. Кроме одного. Я хочу знать... Ты намерен вернуться к Елене? Зачем? Ну, так же нельзя. Ты ушел 2 года назад, а она все еще носит твою фамилию. И вообще, я ничего не понимаю в ваших отношениях. Давайте придерживаться точных фактов. Во-первых, я не ушел, а меня вытурили. И мне тоже, знаете ли, любопытно хоть от кого-нибудь узнать, почему. Вы прекрасно знаете, что, в отличие от некоторых моих коллег, я веду довольно смирный образ жизни, не пью, не курю. Вы меня простите, но за весь мой период жизни с Леной даже 5 не заначил. Я знаю. Все в дом. И в ответ на это... Не то что неприязнь, ненависть, брезгливость какая-то. В один день и все ко всем чертям. Кошки под хвост. А что? Мне кажется, тебе надо поговорить с ней. Зачем? О, Господи. Или живите по-настоящему. Или разведитесь хотя бы по-настоящему. Насколько я понимаю, она на этом не настаивает. А ты все еще надеешься? Ольга Федоровна, миленькая, вы уж лучше с ней провентилируйте этот вопрос. Ну ладно, Николаш, я, пожалуй, пойду. До свидания. Куда же вы? У меня роскошная окрошка, сам натесал, фирменная, квас хреном. Хотите? Сейчас электричка. Извини. А что, у нее кто-нибудь есть? Ты поговори с ней сам. Только не говори, что это значит, я. Есть. Ну что ж, все верно. А чего еще ждать? Николаша. Что? А тебе стыдно не бывает? За что? Ведь у тебя же ничего не болит. Клепаешь эти варианты и даже не стыдно. Узнаю родимые мотивы. Она тоже так говорила? Не знала. Так ты повидай ее. Thank you.
Я не знала, что ему так плохо. Думала, просто лежит человек, устал. Как хорошо, что вы пришли. Ну что ж хорошего? Еще пару раз приду и совсем привяжусь к вам. Не обрадуйтесь, я ведь человек одинокий. Я тоже. Я сегодня снова смотрела альбом. На фотографии они такие счастливые, смеются. А ведь их уже нет. Наверное, это очень страшно знать, что их уже нет. Когда-нибудь это зарубцуется. Раны затягиваются, это закон. Иногда смотришь, и даже ты, медик, умом понимаешь, а глазам не веришь, что затянется, и все-таки затягивается. Скажите, а вот у вас на фронте тоже ведь, наверное, есть девушки? Ну, зенитчицы там, связистки. Есть. Между прочим, и врачи тоже есть. Ну, бывает ведь минуты отдыха, передышки, когда не стреляют. И вот им, этим девушкам, тоже ведь, наверное, хочется радости. Вы хотите спросить меня о полковнике? Да. Я так и поняла. Видите ли, девочка, когда у человека было много несчастья в жизни, ему бывает невозможно поверить в то, что может быть иначе. Даже когда кто-то тянется к нему, он думает, что это ему только кажется. Еще вопросы имеются? Нет. Можешь не дергаться, Митя, это я. Даже не знаю, как это получилось, майор. Ничего, Митя. Примитивное желание казаться молодым – это, в общем, здоровый инстинкт. Почему не спрашиваешь, о чем мы говорили с Олей? Почему это меня должно интересовать? Здесь болит? Нет. Врешь? А говорили мы. Я думаю, будем говорить преимущественно о тебе. Слушай, майор, не порти мне мою тихую жизнь. Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, на каком-нибудь полустанке, где я буду строить какой-нибудь элеватор, найдется кто-нибудь. Какая-нибудь женщина, у которой за плечами будет столько же лет, что и у меня. И столько же горя и седины. Почему же на полустанке? Почему именно элеватор? А куда я еще пригожусь? Ну что с ногой-то? Ну что, болит твоя старая рана? Между прочим, это ты ее оперировала. Поэтому и знаю, она самая тяжелая. В мирное время я посоветовала бы тебе поехать с Халтубы на 2 месяца. Халтуба, это хорошо. Но сейчас ограничимся тем, что полежишь недельку здесь. Здесь? А ты против? Нет, брось, майор. Во-первых, не недельку, а 2-3 дня. Я прекрасно полежу в гостинице. Вот сейчас Василий пригонит Виллис. И махнем. Ведь ты боишься, Митя. Боюсь. Боюсь, майор. Ты думаешь, она меня видит? Она ведь не по земле ходит. Сама себя обманывает. Все они тут святой дурью мучаются. Не знают, как угодить. Ну и дала академик-то. Небось, половину месячного пайка фуганул. А сними с меня вот эти все регалии. Терновый венец окопного героя. Что останется? Скучный, помятый, староватый мужичонка. Правильно. Они все молодые, дерзкие.
На такие синие города замахнулись. Он я читал. Ежемесячник архитектурный. Скулы сводит от зависти. Сережку видел он? Мальчишка, щенок, а такой проект ему напечатан. Нет, майор. Пора к чертовой матери в гостиницу, и чем скорее, тем лучше. Помоги мне собрать чемодан. А то Василий вот-вот подкатит. Вот он и соберет. Можно? Чайник вскипел. Хотите чаю? Чай — это прекрасно. Но мне пора. Полковнику нужно просто отлежаться окончательно. Залечивать рану он будет после войны где-нибудь на полустанке. На каком полустанке? Есть такой полустанок с элеватором, с женщиной. Какой элеватор? Я ничего не понимаю. Полковник вам все объяснит. Товарищ лейтенант. Все в порядке. Колеса нам дали. Номер ждет. Прекрасно. Поворачивайте ваши корыта. Как? У меня сейчас как раз вечернее заседание фронтовых врачей. Очень ответственная тема. Осколочное ранение брюшной полости. Как раз успеем. Ну, полковник... Полковник не транспортабелен. Это я вам как медик заявляю. Ему приказано лежать. И вообще, ставьте его в покое хоть на одни сутки. Наркомат ему дал возможность отдохнуть, вы не даете. Ну, Анна Григорьевна. Я вам не Анна Григорьевна, я майор. Выполняйте последние приказания, товарищ лейтенант. Но как же полковник? Ведь он же ждет, волнуется. Вася, будь ты человек. Он в свою преданную физиономию 2 года как в зеркало смотрится. Ну, дай ты ему отдохнуть от тебя хоть сутки. Садись. Близко запрещаю к этому дому подходить. Хотя бы один день. В лечебных целях. Вперед. Бой. Ключом еще не обзавелись? Значит, это вы и есть. Ну, вообще-то я есть я, и тут ошибки быть не может. Вы что же, еще даже конфетно-букетной стадии не прошли? Или просто нежная душа? Жить без цветов не можете. Вроде этого. Ладно, скажите спасибо. У меня тут по старой памяти ключи завалялись. Входите. Я прошу вас передать это заявление
расторжении священного союза с моей стороны Елене Дмитриевне. Вероятно, этого будет достаточно. Так сказать, никаких возражений с моей стороны. Это касается пока только Елены Дмитриевны. Ах, вот как. А вам бы хотелось, чтобы это касалось и вас? Хотелось бы. Чего скрывать? Как? А у вас что, все еще неопределенно? Ну тогда мне просто вас по-настоящему жаль. А вы что, действительно прониклись? В каком смысле? В смысле возвышенных и великих, так сказать. Проблема заключается не в том, что некто любит Ленку. Проблема заключается в том, что она никого не любит. Просто она не любит вас. А это еще ни о чем не говорит. Да. Кто-нибудь другой на моем месте попытался хотя бы физиономию вам начистить. Ну а зачем же дело-то стало? Зачем? Да. Столько играла в собственную неповторимость, а приехала туда же. У них это видно фамильное. В академии учитесь? Уже отучился. Служите? Служу. Далеко? Очень далеко. Гарнизон? Вроде этого. Что, очень смешно? Безумно. Что вы на меня так смотрите? Мы же с вами достаточно умные люди. Да вы ее-то хотя бы немного знаете? Она же вросла в эти стены, в этот дом, в Москву, всеми корнями. Ну хорошо. Ну хорошо, у вас зеленых хватит. Может, это рвете. И вполне возможно, что ей на какой-то миг захочется чего-то неведомого. Один вопрос. Сколько это продлится? Месяц? Два? Да нет. Я думаю, и месяца хватит. И тогда она раскроет перед вами все свои прелести. А она это умеет. Ты знаешь, что она со мной творила? Да будь же ты мужиком. Ты же не ее, ты же себя позоришь. За обороноспособность страны я теперь совершенно спокоен. Как у меня, а, Еленочка? Уйди, а. Кажется, все. Как глупо все получилось. Уходите. Да уходите же, прошу вас. Куда-нибудь собралась? Нет. Спасибо. Все было на высоком уровне. Спасибо. А кого-нибудь ждешь сегодня? Нет. С чего ты взяла? Thank you.
Ну что же ты? Открывай. А я никого не жду. Никогда бы не подумала. Да. Добрый вечер, Елена Дмитриевна. Вы уж извините, что я без приглашения. Шел, шел, да и зашел. Ну что, Оль, может, я не вовремя? Да что ты, Сережа. Ну что вы, Сергей Николаевич, в этом доме вы всегда вовремя. Как поживает ваше семейство? Жена, детки, внуки. Благодарю вас, Леночка. Все нормально. Только детки, как и вы, уже давно не детки. Да. Ну что ж, не буду вам мешать. У вас, как всегда, свои разговоры. А посему я удаляюсь. Что с ней, Оля? Может, я действительно не вовремя? У тебя что-то не так? У меня все так, Сережа. А что-нибудь не то у Лены? Ну, как сказать? То или не то? Сама не ведает, что творит. Ну, вот. А говоришь, ничего не случилось. Я же всегда чувствую, когда в вашем доме происходит что-нибудь неординарное. Ну, что там, Анна Григорьевна? Я не знала, что Дмитрию Ивановичу нельзя так много ходить. А вы здесь ни при чем, девочка. Это все тыловые штучки. Синдром тишины и мира. Я давно замечаю, стоит человеку вырваться из фронтовой обстановки, как сразу начинают ныть все его болячки, о которых он на передовой думать-то забыл. Тыловые штучки передовые. Тебе не кажется, что они уж слишком щеголяют этим? Будто уязвить хотят. Я не виноват, что я не на фронте. И не надо мне каждый Сережа? Раз... Сережа? Как ты думаешь, Сережа? А может быть, я могу чем-нибудь помочь? По-моему, есть кому заняться этим человеком. Ты-то при чем? Ну, как при чем? А может, ему что-нибудь нужно? Может, он чего-нибудь хочет? Угу. Остаться в этом доме хозяином. Даже мне это ясно. Ну, знаешь ли, по-моему, тебе лучше уйти. И уйду. Ну, так уходи. Все, что ты можешь сказать. А что я должна сделать? Броситься тебе на шею, выйти за тебя замуж? Чего ты от меня-то хочешь? Ну, знаешь, мне и впрямь лучше уйти. Так уходи. И уйду. Ну, и уходи. Уйду. Уходи. Ушел шеф. Да. Не понимаю я, мам. Что ему до нас? Чуть что он сразу здесь. А почему ему не бывать здесь? Нас многое связывает. Не знаю. Я бы, наверное, вела себя по-другому. Обиделась, что ли? Насколько я знаю, ведь ты когда-то оставила его ни с чем.
Ну, во-первых, ты не на его месте. А во-вторых, ни с чем это тоже неправда. Мы друзья. И он мне дорог. Хотя бы потому, что он знал и видел то, что знала и видела я. А это немало. Это жизнь. Не люблю виноватых. А он как будто постоянно в чем-то извиняется. За что? Он есть. Живет. А Мити нету. Все мы в чем-то перед ними виноваты. Потому что мы есть, а их нету. Ну ладно, мам. Не буду. Что-то я сегодня ко всем цепляюсь, а? Угу. И чего бы ты не знаешь? Ну ничего. Все будет хорошо. Завтра начинаешь новую жизнь. Что? Время от времени ты начинаешь новую жизнь. Значит, меня тошнит от прежней. А она у тебя есть? Это никого не касается, кроме меня. Как это не касается? Зачем же я тебя растила? Работала, надеялась. Эх ты. Даже ребенка родить не решилась. Хватит, мам, хватит. В конце концов, мне уже 30 с хвостиком. Я сама знаю, что хорошо, а что нет. А для чего же тогда все? Ведь все только для одного. Чтобы люди были счастливыми. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь выпускников военных академий, устроенный Министерством обороны СССР и Главным политическим управлением Советской армии и Военно-морского флота. На нем присутствовали генералы и офицеры Совета. Что это? Салют. О, черт. Только на этот раз не вашему фронту салютуют. Своих салютов никто не видит. Дмитрий Иванович. Да? А помните, вы говорили мне, что хотели бы проснуться утром и почувствовать себя счастливым только потому, что солнце светит. И небо синее, и трава зеленая. Да. А я тогда сказала, что так и будет. А вы мне сказали, что это не в моей власти. Помню. А может быть, это моей власти? Что? Сделать так, чтобы небо было синее и трава зеленая. Отвечайте.
понимаете, что вы говорите? Да. Отвечайте. Серьезно за мной приехал? Свет или тень, это наш да. Начинается день, и не видно ему ни конца и ни края. Хочется жить на земле для тебя, для людей, быть любимой тобой навсегда, навсегда. Наше утро встречая, я или ты, кто из нас на пороге мечты, я пока.
неожиданная встреча. Если даже всю жизнь этой встречи ты ждал, неожиданная встреча. Лена, ты почему не спишь? Где тебя носила? Ведь ночь на дворе. Уже утро. Мам, ты знаешь, подъедьте, целуются. Неужели? Сейчас. И кто же? Ой. Опять это Вика из третьей квартиры? Она уже давным-давно вышла замуж. Это Томка из девятой. Боже, как летит время. Да? А я помню, она еще бегала с таким ранцем. Ножки как спички, бантики. Между прочим, она мне сказала, ходят тут всякие старухи, постоять негде. Самое смешное, что я даже не знала, что ей ответить. Так где же тебя все-таки носила? Да так просто, пробежалась. Весна все-таки. Хорошо. Просто так хорошо и все. Даже спать не хочется. Ну вот, девчонки. В общем, он меня ждет. Ой, девочки, а Ленка-то влюбилась. Ленка, какая ты счастливая. Хм, да глупая она, девочки. Прости меня, но мы уже в таком возрасте, когда время от времени положено думать. Ты что, сошла с ума? Не знаю. Я что-то уже ничего не знаю. Ой, девочки, а я ей завидую. Да она голову потеряла. Да уж, да. Господи, мало ли с кем я бродила под звездами. И все было прекрасно. А потом начинаются трудовые будни. И ради этого решиться вот так изменить все. Все поломать. Не знаю, Ленка, я на твоем месте 100 раз подумала. И я. Да, я звонила своему, чтобы он Люську забрал из детсада. Звонил, звонил. Звонил, звонил. Точно? О, если это мой супруг. Я ему сейчас задам. Ведь, кажется, предупреждала. Ну вот, девочки, а так хорошо посидели. Девочки, спокойно, они не пройдут. Слушай, а он красивый? Савельева, и не думай. Мы тебя никуда не отпустим. Ну, Савельева. Лен, к тебе. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Как вас простите? Петр Семенович. Ага. Вот, девочки, это Петр Семенович. Догадываетесь, какой, да? Петр Семенович, а это вот остатки 10 класса Б одной очень милой московской школы. Школьная дружба в таком семейном уровне. Пожалуйста, пожалуйста, проходите, садитесь. Благодарю вас. Пожалуйста. О, секундочку. Пожалуйста. Садитесь. Ну, очень приятно. Ой, сидите, сидите, сидите. Так вы знаете, мы не сможем, к сожалению, вас познакомить с нашими мужьями. Да. Нет, спасибо. У нас тут некоторым образом девичник. Мужчин наших мы не приглашаем. Знаете, эти разговоры о службе, о хоккее ужасно утомительно. Значит, я не кстати, простите, я ведь не знал.
И превосходно, что не знали, Петр Семенович. Позвольте. Что? Вашу фуражечку? Пожалуйста. Вот видите, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Скажите, Петр Семенович. Да? То место, откуда вы прибыли, оно как называется? Арсенал? Гарнизон. Гарнизон, конечно, интересно. Скажите, гарнизон, да? А вы живете там в доме кирпичном? В панельном. Панельном доме. Вот, Леночка, в панельном. Конечно. А ты говорила, в палатке. А мой, до того, как со мной встретился, на Чукотке жил в чуме. Ой, пончики жарил на натуральном тюленем жире. Мясо ел сырое, медвежье. А теперь ничего, в университете лекции читает. А как там у вас, Петр Семенович? С чем? С медведями? С медведями. Вы знаете, с медведями плоховато. В общем, туго с медведями. Пойдем отсюда. Ну почему? По-моему, очень интересный разговор. Главное, содержательный. Идем, идем. Блин, ты чего? Извините. Ой, девочки, простите, пожалуйста. Ой, девочки, что-то мы не то. Метро налево, Петр Семенович. Так. Не видите тут. Извините, бабуль. Ничего, ничего, сынок. Всякой бабуль. Ничего. Минута. Поехали, а? А как же мое? Поехали. Ну вот. А ты говорила, что Петр Семенович не придет больше. Вспоминали, значит, все-таки. Ты что-то путаешь, мам? Пейте чай. Ешьте. Ну так как же у вас там все-таки, Петр Семенович? Ну, хотя бы словом одним. Трудно? Трудно. Но вы, этот городок ваш, он хотя бы далеко от границы? Сейчас все близко, Ольга Федоровна. Далеко сейчас не бывает. Да. Конечно. Вы знаете, может быть, я в чем-то не очень разбираюсь, но трудно понять, что так все повернулось. Вот Митя, Дмитрий Иванович, он ведь до Берлина дошел тогда, в 45-м. И казалось, что все уже кончилось. Только не кончилось. На несколько дней только успел заехать. И на Дальний Восток. Он ведь там, в Маньчжурии, погиб.
Там памятник ему был. Вместе с другими. Чистенько. Газончик такой. Иероглифы на доске, ну и по-русски. Звезда красная. Я туда ездила. Они тогда пускали. А теперь нет. Вот я и думаю, за что же так? Откуда такая злоба? Что мы им сделали? А ведь они улыбались. Скажите, Петр Семенович, вот вы, наверное, все немножко по-другому видите, но не так, как мы. Вот что вам больше всего хочется для себя самого? Для себя? Да, тоже, что и для всех. Чтоб войны не было, чтоб дети были. Просто, знаете, проснуться утром и знать, что ты есть. Все есть. Что солнце светит, небо чистое. И что трава, как и положено, не черная, а зеленая. А что? Нет ничего. Все правильно. Вы даже сами не знаете, как все правильно. Да. Вот билет. До Читы. Завтра 23:30. Это твой. Вы извините, но у меня работа. Госпьер сказал, у меня работа. И не только сейчас. Мы проект вчера сдали. У нас завтра даже банкет будет. Разве это имеет какое-нибудь значение? Завтрашний банкет – это работа. Или, может быть, подруги, которых я не очень устраиваю? Все имеет значение. Ведь ей же что-то самое главное. Ой, вот только не надо меня заставлять. Не надо. Нет, нет, я не заставляю. Я буду ждать. Зачем же тогда все? Федор Алексеевич,
Вы сейчас, похоже, по меньшей мере на командующего фронтом. Решил ежедневно отмечать ваш окончательный марш, как говорится, к логову фашистского зверя. Так. С четверть вершочка осталось. Дойдем, Петр Алексеевич. А что, уже получили новое назначение? Пока нет, тянут что-то. Позвольте-ка. Странно. Когда я впервые вас увидел, вы мне показались абсолютно военным. А штатское, я гляжу, вам все-таки больше идет. А штатское всем больше идет. Смотря кому. Всем. Всем людям, человечеству. Не уверена, что это съедобно. Я исполняю приказания, но за последствия не ручаюсь. Так, так что тебе снова придется терпеть от моей руки, Митя. Ну, пища что? Богов. Не преувеличивай. Анна Григорьевна. А по какому случаю пир? Горой ты не знаешь, Митя? Нет, я понятия не имею. А где Оля? Помчалась на Плющиху какой-то подруге добывать какое-то особенное платье. Знаете, какие-то плечи и вот здесь такой хвост. Ну что ж, я рада. У тебя как с горючим? Полный бак, под пробку. Развернись, подожди пока. Угу. А вот и Вася. Свет Василий. Митя! Очень дурацкий вид, а? Был? Давай. Когда? Успеем, у нас же Виллис. Когда я тебя спрошу? Два. Приказано передать подробности на месте. Вообще-то погода не очень летная. Поешь. Аня, помоги мне собрать вещички. Позвольте, позвольте. Ну вот и разводит нас судьба. Митя. Развелась, ведет. Майор, тут, понимаешь, такая история. Можешь не объяснять. Вот если, если что, вот ты ведь мудрая, майор. Даешь ты сказать старая? Ну, майор. В общем, если что-нибудь со мной, то я скажу, чтобы известили прежде всего тебя. Ты подготовь, чтобы не сразу. Ты говоришь со мной так, как будто мне в этом бесплатный ветер до победы. Я ведь тоже. Мало ли что. Майор. Ладно, мог не говорить. Ну иди. У этой самой Виктории ее нет. Может быть, вы еще кого-нибудь из ее подруг вспомните? Не помню. Но зачем ей это платье? Правда. Присядем. Я провожу тебя, Митя. Пишите письма. Ну, и как же вы теперь, голубчик? Как всегда. Переправа наведена Савельев, мины обезврежены Савельев. Федор Алексеевич, мы с Олей хотели вам сегодня сказать, я хочу... А не надо. Что говорить? Не слепой.
Мы с Олей ждать будем. Вы только возвращаетесь, Дмитрий Иванович. Ах, Олька, Олька. Вот беда-то. Идите. Нет. Что же это я? Погодите. Ну, дайте я вас обниму-то. Вот так. Черт бы вас подрал. Нашли занятие уезжать. Дорогой Сергей Николаевич, что вы один являетесь виновником этого прекрасного? Нет, дорогой мой. И мы, рядовые, тоже. О чем это он? Внесли кое-какую лепту в жанру. Леночка, ну будет на меня дуться. Пойдем станцевать? Да. Пойдемте. Лена? Лена?
Господи. Красота-то какая. Ты записку матери оставила? Кажется, да. А мне кажется, нет.